Вот. Мысли приходят во время прогулки. Так вот, ребята, в каждом вот таком павильончике небольшом есть где-то парикмахерская, вон прямо стригут, бреют, чешут. А в другом напротив наискосок шьют. Швейная машинка, кстати, можно купить там какую-то одежду. На тебе, пока пьете кофе, сразу прошьют. Вот какое-то дерево очень интересное. Я хочу снять. Смотрите. А, вот такое вот. Вот какое-то такое вот. Это не сосна. А, это листик-то в трубочку скрученный. Вообще классное дерево такое. Смотрите, необычно. Вот. Ну так вот, там где-то жарят пирожки, там живет закройщик. То есть это как бы все простые жители, ну, ниже чуть среднего класса, но, видите, чистенько, ну, так, более-менее. Жарят, варят, пекут, стараются как-то заработать денежку. Те, которые не хотят не заработать, они не будут работать. Сидеть на земле, кушать там, просить. Вот сейчас я подхожу к ювелирному, ну, не к ювелирному, а к украшениям.